Александра Юрьевна, с вашего позволения! Дима, залетай! Ребят, для этого ролика мы написали собственный саундтрек. Обязательно досмотрите до конца, здесь есть что посмотреть. И не забудьте подписаться. Приятного просмотра! Сын, у тебя все хорошо в школе? Да, мамуль. Сегодня последний учебный день? Да, мы уже книжки даже сдали. Ты моя умничка. А какие планы на каникулы? Ну, я даже не знаю. А что, в школьный лагерь с классом не поедешь? Я бы очень хотел, но пока не знаю. Хорошо, давай собирайся, подвезу тебя в школу. О, спасибо, мамуль. Да? Что там? Ага. Да вы что, и надолго? Мама, что случилось? Я поняла. Мам, я Диме передам. Да что там? Спасибо, что позвонили. Мам, что-то случилось? Звонила мама Наташа. И что? Наташеньки сегодня в школе не будет. Ну блин, сегодня же последний день. Ну им пришлось срочно уехать по делам за город. Офигеть. Но не волнуйся, пойдешь в школьный лагерь, там и встретитесь. Хорошо. А теперь дуй в школу, пока не опоздал последний день. Ладно, мамуль, пока. А поцеловать маму? Ну, мам! И что теперь делать? Как я без Наташи сегодня? А что, если Сережа снова будет ко мне приставать? Дима! Влад! Дуй ко мне! Хорошо, бегу. Ну что, готов прощаться со школой? А чего прощаться? Ну как-никак последний учебный день. Ну да, но это ведь на 3 месяца. Потом снова в школу. Ну да, тут ты прав. Ладно, помоги мне дотащить коробки. Хорошо. Кстати, купил новые мячи, скакалки, только не понимаю, кому они нужны. Последний ведь учебный день. А вы не ездите в школьный лагерь? Ну пока никто не приглашал, но надеюсь позовут. Буду вожатым у вас. Я тоже, может, поеду, но пока что не решил. Ну если еще лето проведем вместе, погнали. Вот. Здесь ставить? Да, спасибо, ставь здесь. Хорошо. И, кстати, сегодня дисциплину не нарушай. Я и не нарушаю. Сегодня у нас проверка в школе. Будут классы под экзамен строить. Ну, учителя на панике, поэтому будь аккуратнее. Понял, хорошо, спасибо. Все, давай, иду на урок. До свидания. Давай, давай. Дима. Александра Юрьевна. Сегодня уроки проходят в классе английского. А как же наш класс? Дима, в школе проверка, не заставляй меня нервничать. Быстро в класс английского. Блин, чего она такая злая? Я же не знал. Зачем кричать? Привет всем. Привет. А что происходит? Почему Юрьевна такая злая? Школу готовят к экзаменам, проверка приехала. Ну, это я уже слышал. А Сережа где? Сережа сегодня не будет. Офигеть, классно. Сегодня полшколы не пришло из-за того, что последний учебный день. Круто. Приветствую вас, ребята. Добрый день, Александра Юрьевна. Так, вы уже в курсе, что у нас в школе происходит? Вы про экзамены? Да, именно про них. У нас в школе присутствует проверка, поэтому я вас попрошу максимально тихо себя вести, по коридорам не бегать и меня не подставлять, ясно? Да. И еще одно по поводу уроков. Так как вы все книги уже сдали и занятий у вас больше нет, можете тихонечко заниматься своими делами, а я своими. И еще раз повторю, школу вверх дном не переворачивать, иначе я вернусь и будете писать еще одну контрольную работу в свой последний учебный день, ясно? Ясно. Ну все, тогда я пошла и надеюсь на ваше понимание. А чего Сережа не пришел? Последний школьный день для лохов. Так, а ты чего пришел? Не смешно. А нам смешно. А? И да, Дима, я же передавал, чтобы ты не ослаблялся. Саша, да закройся ты уже, достал бы 6-й, Сережа. Я не 6-й. Ну-ну. Ладно, офигеть, последний день. И что делать теперь? Класс! Владислав Павлович. Владислав Павлович. У нас же нету сегодня урока физкультуры. Да, все верно, Джек. Я не Джек, а Сэм. Неважно, у меня к вам есть деликатный вопросик. Опять заборы касить? Какие заборы? А что нужно сделать? Да ничего не нужно делать. Просто есть вопрос. Скинуться на мячи? Да тихо ты. Вы вообще своего классного руководителя любите? Да. Нет. Тогда или нет? Ну, любим. Вот я когда был в вашем возрасте, у нас была школьная традиция поздравлять своего классного руководителя с окончанием учебного года. Сечете? Нет. В смысле, чего как дети? Я просто хочу, чтобы вы креативно поздравили своего классного руководителя. Ну, а на уж-то с этого. Ой, идите вы в пень, пойду предложу другому классу. Владислав Павлович, мы готовы. Что? Мы готовы поздравить Александру Юрьевну. О, вот Димон, вот в нем я вообще не сомневался. Красавчик. Сережин, тебе не хватает, по лицу получил за такое. Отвернись, карапуз. Сам такой. Хорошо, какой у нас план действий? Может, стих расскажем? А может, открытку подарим? Тоже как вариант. Кто вообще в 21-м году дарит открытки? Нужно что-то современное, оригинальное. Может, шарики купить? Ну, уже ближе. Но нужно что-нибудь такое, чтобы она прям заплакала от счастья, понимаете? И весь следующий год ставила нам только хорошие оценки. Правильно мыслишь, Джек. Я Сэм. Короче, у меня есть одна идея, но тут нужно хорошенько подготовиться. Мы готовы. Ты достал уже. Отвернись. Так, тишина. Слушаем Владислав Павловича и мотаем на ус. Хорошо. Так как идут экзамены в школе, все кабинеты опечатаны. А для чего нам кабинеты? Нам нужен актовый зал. Первое, что мы сделаем, это договоримся с вахтершей, чтобы она нам дала ключи от актового зала. В школе проверка. Какой актовый зал? Почему нам отказали? Вы же учитель. Я учитель физкультуры, актовый зал это не моя юрисдикция. Поэтому мы договоримся с охранником и получим у него дубликат ключей от актового зала. А что вы ему дали в пакете? Не
неважно. Дальше Джек вместе с Димой отправляется в магазин шариков и цветов и покупает все самое красивое. Владислав Павлович, хватит меня называть Джеком, я Сэм. Я знаю, что ты Сэм. Когда у нас будут подарки и ключи от тактового зала, останется самое сложное. Подготовить поздравительный номер. Может, песню споем? Еще скажите рэп сочинить. О, красава, Джек! Голова работает что надо. В общем, я, Дима и Джек поедем на студию и запишем рэп-открытку. Ты что, петь не умеешь? Нет. Нашу. Пятый класс всегда в тренде. Мы любим Brawl Stars, Simple Dimple. А еще мы любим в школу мы ходить и за партой мух ловить. Это отвратительно. Я же говорил, что я не умею рэп читать. И что делать? Исправлять ситуацию, Simple Dimple. Я не поняла, а что здесь происходит? А, так и я с вашими решил посидеть, пока вы делами школьными заняты. Да что вы говорите? Так, вы тихо сидите, а вас, Александра Юрьевна, мне на минуточку буквально нужно, пожалуйста. По поводу окончания года. Я против поздравлять Юну. Тебе Сережа запрещает? Причем здесь Сережа? Ребятки, с Юрьевной вопрос решен. А что делать с рэпом? Ладно, так и быть. Это я возьму на себя, ну а вы делаете все так, как мы договаривались. По рукам? Ну да. Через час встречаемся в актовом зале, и чтобы Александре Юрьевне ни слова. Хорошо. И еще Юрьевне мы на глаза не попадаемся, так же, как и проверки. Владислав Павлович, я могу с вами поехать на студию? Зачем? Мне очень нужно. Поехали. Спасибо. Давай, давай. Вроде готово. Ну что, все готово? Все готово, кроме поздравления. Ну с поздравлениями у нас все в порядке, да, Дима? Ага. Ну что, можем начинать? Позвать Александру Юрьевну. Ну это я возьму на себя, а вы пока готовьтесь. Хорошо. Дима, а ты зачем ездил с физруком на студию? Скоро все узнаете. Он, наверное, будет с нами наедине оставаться без Наташи. Саша, что? Заткнись, иди лучше поиграй в Simple Dimple. Сам иди поиграй в Simple Dimple. Палыч, обязательно мне нужно было глаза закрывать. Александра Юрьевна, это такой сюрприз. Палыч, если вы маньяк, то скажите сразу, чтобы я знала, чего от вас ожидать. Типун вам на язык, Александра Юрьевна. Мы уже почти пришли. Ну что, готовы? На счет три открываем глаза. Раз, два, три. Поздравляем! 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 Боже мой, дети, спасибо. Мне так приятно, это так неожиданно. С последним звонком. Саша. Александра Юрьевна, а мы для вас приготовили еще музыкальный подарок. Давай, Господи, мне уже страшно. Большие перемены, кажется, сном. Снова это время мы не вернем. Книги и уроки, все, но потом. Школьный дом, школьный дом. Большие перемены, кажется, сном. Снова это время мы не вернем. Книги и уроки, все, но потом. Школьный дом, школьный дом. А сейчас специально для нашей школы музыкальное поздравление от вашего одноклассника Дима. Он приготовил для вас свой первый рэп. Прошу вас, поддержите его. Александра Юрьевна, с вашего позволения. Дима, залетай. А сейчас будет мой сюрприз для вас всех. Меня зовут Дима, я учусь в этом классе. Последний звонок одноклассникам, здрасте. Сейчас я расскажу вам про школу нашу. И, кстати, друзья, я влюбился в Наташу. Ты такая красивая, я тобой дорожу. А на тебя, Сережа, я зла не держу. Мне вас очень не хватает рядом со мной. Мы с вами расстаемся этой весной. Я кринжово зачитал, прошу вас, не вините. Мы ведь с одной школы, просто поддержите. Обещаю вам, ребят, хорошо учиться. Может, рэп не очень, но нужно наловчиться. Александра Юрьевна, спасибо вам за все. С вами был Дима, встретимся еще. А по физкультуре что? Просьба натаскать. Владислав Павлович, поставьте мне пять. Да, договорились. Так, я не понял, что здесь происходит? Чего вы поете на всю школу? Директор? Максим Геннадьевич, прошу прощения. Это мой класс устроил мне сюрприз. Сюрприз во время того, как у нас Геренов в школе, да? И экзамены все пишут. Простите, мы сейчас все уберем. Да вы поздравляете Александру Юрьевну с окончанием учебного года? Да. Это мой класс. Ладно, извините, я погорячился. Дима? Да, помните, он у вас был недавно. Да, это он только что пел? Да, это он пел, представляете? Ладно, простите меня, Александра Юрьевна, можете продолжать. Пронесло. Цените эти моменты. Все хорошо? Да, все хорошо, продолжайте. Спасибо вам. Александра Юрьевна, мне тоже есть что сказать? Владислав Павлович, давайте. Дайте физрукам слово, учебный год новый. Наступит скоро, и мы будем к нему готовы. Мы станем лучше, все уроки учим. Заучи такие не напишут накладные. Школа любит только вас. Поздравляет пятый класс. Подпишитесь на канал. Скоро новый сериал. Поставь лайк. Большие перемены, кажется, сном. Снова это время.